44-я часть. Triangle Strategy. Еще одна побочная история, еще один персонаж в наш лагерь. В залах Министерства исцеляющих искусств Хайзанта молодая аптекарша переживает за судьбу своих пациентов. Это хорошо. Хайзанское Министерство исцеляющих искусств, священное государство Хайзант. Когда аптекарша не все равно. Доктор, у нас два пациента. У обоих необычная лихорадка. На Розеланце не действует лечение. Я не могу заниматься сразу обоими, помощь не помешала бы. Позвольте мне помочь. Я только что закончила обучение и сделаю все, что в моих силах, чтобы их спасти. А что, настоящих докторов не осталось? Ладно, идем. Мы теряем драгоценное время. Уйди от Розеланца. Мы должны в первую очередь заниматься верующими. Ваше святейшество, я... Как пожелаете. Розеланец умрет, если мы ничего не сделаем. Разве в наши дни в школе не учат порядку всего? А что если и учат? Как вообще порядок всего связан со спасением жизней? Не все жизни равноценны, тебе не мешало бы это запомнить. Скорее, Медина, пока мы ругаемся, люди умирают. Начинающий аптекарь. Медина Алиам. Молодая женщина, естественное желание которой помогать другим. Каждый день она прилежно учится в Министерстве медицины, чтобы помогать больным и раненым, входящим в его залы. Сердце этой девушки еще не полностью загрубело в ветрах этого учения, которое прям со школы вдалбливают. Придет к нам. I couldn't save him. Я не смогла его спасти. Orders or not, I was the one. Приказы приказами, но выполняла их я. Это все моя вина. Where are you going? Куда ты собралась, Медина? В лагерь. Прошу прощения, лорд Серено, но доктор из министерства просит встречи. Она пришла ночью и сразу перешла к делу. Меня зовут Медина. Я наслышана о вашем доме, и мне захотелось узреть его собственными глазами. Что за наглость? Не подходи. Прошу, скажи, что привело тебя ко мне? Говорят, что дом Вульфортов обладает реликвией, известной как весы суждения. Это так? Да, мы обращаемся к весам, когда наступают трудные времена. Тогда я задаюсь вопросом, смогут ли они дать указания и мне. У меня пошатнулась уверенность. Человек верил, что я спасу ему жизнь, а я позволила ему умереть. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Я хочу спасти все жизни, которые смогу, вне зависимости от страны или вероисповедания. Прошу, дайте мне возможность свериться с весами, чтобы я могла избрать праведный путь. Весы — это всего лишь инструмент. Они не станут волшебным окном в будущее. Когда нужно принимать решения, все в этом доме имеют право голоса. Мы выбираем лучший вариант и стремимся к тому, чтобы этот выбор был мудрым. Вы стараетесь не сожалеть о своем решении? Только это мы и можем. Прости, если ты искала другой ответ. Тогда, если я предложу свою помощь дому Вульфортов, примите ли вы ее, милорд? Если ты станешь нашим врачом, это будет весьма кстати. Ибо боимся мы, что война закончится не скоро. Для меня это большая честь, милорд. Я узнаю, как можно переписать порядок всего. Тогда давай вместе пройдем этот путь. Я к вашим услугам, милорд. Медина присоединяется к вашей группе. Способности Медины в битве, вдохновленная вашими глубокими убеждениями, к вам присоединяется Медина. Ее навыки отлично послужат вам в битве, ведь она может усиливать эффект от предметов, а также использовать несколько предметов за один ход. Очень радует, что ее мышление не стало сектантским в
том государстве, и она вот приняла такое решение. Вот весы суждения должны быть в следующей части. Так, смотрите, сколько у нас уже персонажей. Ну, давайте посмотрим, что она нам скажет и что нужно на ее улучшение. Лорд Серенуа, я могу снабдить ваши войска любыми лекарствами, которые им могут понадобиться. Только скажите, и они будут вашими. Ваши солдаты не будут знать боли, пока я рядом. Я не могла смириться с кредо священного государства, согласно которому одни жизни важнее других. Поэтому мне пришлось уйти. Я всегда могу исцелить вас, если вы ранены или заболели, но нет лучшего лекарства, чем профилактика. Приветствую вас, лорд Серенуа. Сегодня, как и всегда, я благодарна за то, что нахожусь на службе у вас. Так. Ну, если говорить о каких-то людях в мирное время, да, это верно. Не может быть жизни каких-то менее ценных или более ценных. Но что, если мы скажем тебе о жизни Густ Адольфа? Стала ли бы ты его лечить, зная, что он сделал? Как он убил короля, как он оболгал его и так далее. И короля, и его сына, и захватил власть. Я всегда могу исцелить вас, если вы ранены или заболели, но нет лучшего лекарства, чем профилактика. Так, что нужно на улучшение? Камень и железо. Так что можно опять же улучшить оружие. Скорость, я думаю. И пока остановлюсь. Давайте посмотрим на способности в бою. Да, там, кстати, я не помню, показывал ли я, появилась способность у Серенуа. На всякий случай, наверное, стоит показать. Сила в количестве. Пассивный навык увеличивает вашу силу, когда рядом находятся союзники. Вот такой вот навык. Он тут с каким-то уровнем дался. Возможно, еще у кого-то что-то прибавилось. В боях посмотрим на все. Where shall we strike? Delightful. Thought you had me, huh? Time to work. Suffer. You will be stiff. Charge! Так. Наверное, стоит ее выводить туда, да? Ух ты, а я ее не поставил. Я-то тут на автомате у нас стоит... Кузнец. Ну, друзья, ладно, уже отменять бой не буду, быстро закончу. Так, раз ты можешь прям тут прокачиваться, прям вот здесь бахай ловушку. Потихоньку. Обожгли немного, да? В боях так бывает. Нельзя сказать, что это будет напрасный или лишний бой. Это, опять же... Опыт, ресурсы. Наши пацаны уже прям крепучие, я думаю, это видно. Не только пацаны. Он Фредерика как палит. Так. Так. Let us pry out their weakness.
Вот и уровень. Йенс изучает способность «Стягивающая сеть». For the honor of House Wolfort. My turn. Может, давайте дождемся, посмотрим сразу способность. Что за безобразный вид? Прикройся! Говорили в Моровинде, если я верно помню. The hunt is on. Так, ладно, стой, стой, давай, там просто стой. О, ты яростный какой. Стягивающая цепь. Отсрочить ход одного врага. Отсрочили. А если я стану в нашу ловушку? Просто интересно. Не сработало. Хорошо. В этот раз поменьше ресурсов. Иногда бывает еще меньше, иногда больше. Рандом, друзья, рандом. Так. Все-таки нового. Нового медика надо нам увидеть. 9 уровня. Тоже. Погнали. Forward. That'll do. Just tag me, huh? Your orders. Suffer. Уже эта тактика, она. Ну, у меня еще тут стоит тоже сильный персонаж какой-нибудь 12 уровня, и у каждого за каждым закрепленного действия буквально за полтора раунда. Разруливаем этот бой уже. Выдаем ход новенькой в очереди. Двойные предметы. Вы используете два предмета подряд. И нож. Так, ну, можно. Тут ни до кого не достанешь. Разве что вот здесь. Можно, например, применить две гранулы, но опять же, тратить их, думаю, не буду. Лучше резанем. The hunt is on. Take aim. I see a path to victory. Дай-ка я еще один ход. There is always a way. Count on me. Get the bed rest. I've been waiting for this. I struck true. I shall do what I can. Так. Следить надо за ее жизнями. Уровень. Отлично. I fight for peace. Where shall we strike? Больно как. Thought you had me, huh? Your orders. Так. А ты не убьешь, да? Ну да. Тогда давай вот так. Чтобы предмет взять и мизинец использовать. I shall try my level best. This is our chance. Splendid.
You won't beat me. Но пока что только есть двойные предметы, которые... Мы не особо-то в этом бою юзали. Надо ее тоже прокачивать. Но сейчас я надеюсь, что в следующей части все-таки будут весы убеждения. Причем такое важное решение о Роланде. И посмотрим, друзья. Смотрите, сколько, кстати, уже в лагере у нас тут. Я же говорил, что он будет наполняться. Круто. Круто. Вечно благодарен. Спасибо. Можно это все пролистать от новых персонажей. И, друзья, давайте я не буду задерживать с выходом следующей части. Приходите на нее, часть 45. Будем на весах суждения, надеюсь, выбирать.